В начале данного видеоролика хочу к вашему вниманию представить увлекательный канал под названием Кез. На этом канале есть дуэль со мной. Ребят, я думаю, что лишних слов не надо, просто перейдите и подпишитесь. Ссылочка есть в описании. Так что, пацаны, ну, крутой канал, вы поняли, да? Ссылка в описании. А мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня ваш эксперт по открыванию кейсов с керамбитом, ребята, обратно будет делать большое открытие кейсов. Кому нравится подобная рубрика, пожалуйста, поставьте лайк, потому что я хочу видеть от вас, ребят, какую-то ответку, потому что мне будет очень приятно, потому что для меня, в принципе, это несложно, но в то же время я записываю довольно-таки редко открытие кейсов, но если вы, ребят, поставите много лайков, я вам прям обещаю, что оно будет гораздо-гораздо чаще. Ну что же, как мы видим, ваш эксперт по открыванию кейсов с керамбитом уже пополнил свой счет. И, ребята, я думаю, что мы можем уже понемножечку начинать. Ох, ну что же, ни пуху ни пера. Ребят, будем начинать, будем открывать секретные кейсы, скины. Ну чё, пацаны, возможно, в новой версии Блокстрайка мне повезет чуть больше, чем предыдущих. Ну что ж, поехали! Так, опача, момент истины, пожалуйста, что-то хорошее. Так, ну блин! И самое обидное, ребят, смотрите, видите, чуть-чуть правее бы, буквально на один лот правее, и мне выпал бы нож. Ну за что? Вот, блин, ну что это за проклятие такое? Ну ладно, ладно, ребят, еще не все утеряно, потому что у нас еще 9 попыток. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем крутить кейсы. Что же мне выпадет в этот раз? Так, давай, керамбитик, иди к папочке. Не сюда, не в эту сторону, нет. Эх, слушайте, мне так не прет, мне, ребята, короче, выпадают самые обычные скины. То есть я, по сути, трачу 100 золота, 100 золота, это большие бабки, ну, понимаете, да? Трачу 100 золота, а в итоге я получаю обычные скины, которые можно получить за 1000 серебра. Это довольно-таки неприятно. Ну ладно, 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 давайте без лишних слов продолжаем просто дальше открывать кейсы. О, да вы чё, какие крутые ножи там были! Слушай, мне вот так кажется, что мне каждое открытие кейсов выпадает все хуже и хуже, ребята, предметы. Не, ну я все понимаю, но почему каждый раз мне выпадает все хуже и хуже? Вот я помню свое самое-самое первое открытие кейсов, то мне там выпал нож. А теперь мне вообще ничего не выпадает. Ну, керамбит, ну, гуднайф, ну, тычковый нож, ну, хоть что-то. Вот же так много, а я один. Их трое, а я один, ребят, хоть что-то. Так, а ну-ка, что тут не выпадет? Конечно же, ребят, кто бы сомневался. Мне выпадает А12. Помимо того, что это полная лажа, еще и тем более данный скин у меня уже есть. А вот это, ребята, уже было неприятно. Блин, ну, за что мне такое проклятие? Я уж не знаю, ребят, надо, походу, какой-то ритуал делать, да? Перед открытием кейса надо, не знаю, с кем-то подуэлиться, что ли, чтобы мне тогда выпадало что-то хорошее. Но пока что мне явно не прет. Ну чё, продолжаем дальше открывать кейсы. И, кажись, ребят, там был то ли гуднайф, то ли что-то хорошее. То ли мне... Да ну, блин, ну серьезно! Обратный инжекшн! Это мой самый нелюбимый скин. Да ну блин, что это за дерьмище такое? Слушай, мне так кажется, что мне кто-то подкручивает кейсы. Я, конечно, все понимаю. А прикиньте, если там, знаете, Тайберс такой видит мой открытие кейсов, там накрутил мне что-то, и потом каждый раз ржет, когда мне выпадает лажа. Ну все, сейчас, чуваки, будем. Вот сейчас по-любому выпадет керамбит. Или гуднайф, или тычковый нож. Вот сейчас прям чувствую. Вот сейчас прям по-любому. Давайте смотрим. Смотрим, а ну-ка. Что же мне выпадет? Так. О, сколько же ножей, блин. Ребят, ну прям 2 ножа подряд. И в итоге ни единый мне не выпадает. Но зато мне выпадает самый обычный, самый дешевый скин на Save It Off. Просто без комментариев. То, что мне не везет, ребят, это вообще ничего не сказать. Мне мега не везет. Ладно, давайте, еще 4 попытки. О, там был керамбит! Да ну, блин, если бы мне выпал керамбит,
Вот это я был бы рад. Чего? А вы по инжекшн? Да какого черта? Да почему? Ребят, каждое открытие кейса выпадает мне АВП Injection. Да не, ну действительно, пацаны, ну кто подкручивает кейсы? Давайте признавайтесь у меня в комментариях, вот кто подкручивает мне кейсы, ребят, признайтесь в комментариях, потому что рано или поздно я вас все равно найду, так что лучше сами признайтесь в комментариях. Не, ну АВП Injection, вот если бы, ребят, поменять АВП Injection на керамбит, сколько у меня было бы уже керамбитов. Вы себе даже представить не сможете. Так, ну давайте. Хочу годноту. Давайте, да ну. Ну, да ну! Блин, я так стараюсь, ребят. Ну, а керамбит, гуднайф. Мне хоть что-то сегодня выпадет? Пипец. Ну чё, еще две попытки. Шансы то, что мне... О, тычковый нож! Шансы то, что мне выпадет что-то хорошее, они все меньше и меньше. Класс. Мне выпал еще один крутой скин на АК-47, а именно Noisy. Эх, ну что сказать, я везунчик, ребят, я везунчик. Явно кто-то подкручиваю, да, такие хорошие скины мне давненько не падали. Я уже не знаю, сколько мне надо сдонатить, ребят. Давайте, блин, поставим много лайков. Вот я прям хочу ради интереса записать еще одно открытие кейса, потому что вот тогда мне уже точно выпадет что-то хорошее. Так, ну что, ребят, хотя, еще не все утеряно. Возможно, прямо сейчас мне, ребята, выпадет что-то ценное. Ну что же, поехали. Давайте, сейчас мы, ребят, посмотрим. А прикиньте, как не повезет, вот это я орал бы. Ну... Ха-ха-ха, нет. Блин. А давайте, знаете что, попробуем, короче, ребят, открыть еще один легендарный кейс. Давайте, ради интереса. Ну что, поехали, давайте, откроем один раз легендарный кейс. А ну-ка. Может, мне хоть что-то выпадет тут такой хороший, какой-то новый скин, которого у меня раньше не было. О, как я люблю Магнум. Уже раз в пятый выпадает этот скин. У меня, ребята, уже есть почти все скины. Но у меня есть одна небольшая проблема, то что у меня нету ножей. Есть все скины, блин, на планете Земля, но в то же время, ребят, нету нормальных скинов на ножи. Ну, короче, очень обидно. Но если поставите лайк, я, ребят, запишу еще одно открытие кейсов, и вот тогда мне выпадет керамбит, или гуднайф, или тычковый нож. Я прям в этом уверен. Так что давайте, ребят, кабанчиком набираем много лайков. Давайте, знаете, так, 1500 лайков. Я знаю, что вы мне молодцы, так что, ребят, давайте поднажмем 1500 лайков, и тогда все будет окей. Ну что же, с вами был ваш Кент, пока, всем удачи и всем пока. Пока-пока.